Соревнования прошли в Краснодаре. Их посетил Вениамин Кондратьев. За кубок директора Федеральной службы войск Росгвардии и главы региона боролись более 90 спортсменов. Губернатор отметил, что сегодня на Кубани разными видами борьбы занимаются 160 тысяч человек. И в будущем регион может стать настоящей кузницей борцов. Спорт. Дзюдо или любое иное единоборство в первую очередь учит уважению к сопернику. Умеет любой спортсмен, боец на ковре расставлять приоритеты, анализируя противник. Ну и, конечно, самое главное, нацеленность на победу. Ну, я думаю, что сегодня здесь нет первых, вторых или первых. Здесь есть одна общая команда под названием «Наша Российская национальная гвардия». И победа одна на всех, потому что победил вот тот самый командный дух, дух, который всегда был, есть и будет у нашей армии, у наших бойцов, у нашего народа. Победителей и призеров наградили медалями и кубками. Соревнования между сборными Нацгвардии Южного федерального округа и Кубани проводятся в крае уже в третий раз. Традиция проводить совместный турнир появилась именно в Краснодарском крае.